Это я уже не знаю, вы простите меня, вы говорите, даже можно материться в вашей студии, но я вам скажу, что ну, уже я не знаю, каким надо быть турком, ну не тем, который там в Турции, нашим турком, я имею в виду нашим турком быть, чтобы не понимать, что это идет жесточайшая война, еще более жестокая даже, чем в Афганистане, понимаете? Уже у нас с обоих сторон погибло, ну, я вам скажу так, не выдавая большие секреты, вот, но цифра большая. Ну, например? Например, около 20 тысяч человек. Например. И военных, и мирных. Мирных, военных, но я имею в виду с обоих сторон. А в Афганистане, по официальным данным, погибло 15 тысяч человек. Так там воевали 10 лет, а здесь воюют год уже почти будет, да? Разница есть, понимаете?